издавна славится как самая горячая школьная пора. Еще бы, ведь у большинства студентов и школьников именно в этом месяце начинаются экзамены или, во всяком случае, подготовка к ним. Вот, а теперь давайте вспомним, кто из вас, получив заветный билет, не пытался трясущимися руками достать из укромного места шпаргалку. Ну, я думаю, только вундеркинды это не делали. Она последняя надежда на спасение. Соломинка для утопающего, кропотливо писана долгими ночами при свете лампы. Пропуск к заветной оценке из данной сессии. А вот какими шпаргалками спасали жители Тюмени, узнаем прямо сейчас. На ногах писали. Ручкой? Да. Помогала? Да. Гармошечкой делали и прятали. А куда прятали? А куда придется, в рукава, в носочки, в чулочки, в обувь. Я вообще не учился. Маленькие скручивали и в часики, это точно помню. Писали от руки. В часики? В смысле, в механизм? Да, ну вот у вас браслетик, и вот сюда вот такие трубочки попеременно. На ручках писал, на гранях. Шестигранничек, вот на каждой грани иголкой делал шпаргалки.